कैसे साधक नाम सत्य अर्थ चित्त में अनेक प्रकार के आरोप या उत्तम उत्तम से care până de și foarte mare, deși pe toate goți și că sunt de mare, când hură și și mă duce în tăvană de sfânt în oraș. Să ne продължаем обсуждать Баджина Рахаси. ये किस प्रकार साधक नाम करते करते भगवान के अपराधी करीला राम भूमि विचरण करती है और हरि बोल इतक обсуждали с вами стадии. И в особенности эту стадию, когда садака, он чувствует бхаву и даже прему, и в его теле проявляются определенные симптомы, он начинает вести себя как сумасшедший. Иногда кататься по земле, плакать или смеяться. Волоски встают на его теле. Иногда он осознает лилы и мадхури, и бхагавана, и глаза текут из его глаз. Слезы текут из его глаз. И он очень смиренно молится Бхагавану. И мы начинаем сейчас с этого момента. ऐसे व्यक्ति की भाव का प्रदर्शन कृत्रिम होता है Окей, значит, часть сердца еще не очистилась, является грязным. Оно не способно ощутить такие эмоции. И многие люди, они просто искусственно пытаются воображать эти эмоции, притворяясь, но на самом деле они не способны их испытать. Многие бабаджи, различные бабаджи сампрадаи, они для того, чтобы привлечь людей, могут искусственно показывать какие-то свои эмоции, начинают плакать. Так же, как вы видите в кино, допустим, там плачут актеры. Ведь люди, которые играют определенную роль, они также могут воображать, как будто бы они плачут и слезы текут из их глаз. Но на самом деле это неправда, это не истинные эмоции. Просто они используют, не знаю, что они используют, так или иначе они натирают свои глаза, и от этого слезы текут из их глаз, раздражая слизистую. Когда фильм заканчивается, тоже нет никаких слез. Таким же образом, люди в этом материальном мире, порой для привлечения людей, они начинают играть якобы такую роль, и они являются оскорбителями. Садхака, он всегда молится Бхагавану очень смиренно. Ватейна,
Священное Писание говорится, когда истинные эмоции проявятся в сердце, тогда эта личность иногда будет танцевать. И вот наслаждаться этим танцем. Иногда он начнет смеяться. Иногда они будут кататься по земле. Романчикам пошли все, а что сатвикара, они начнут постепенно проявляться в теле садаки. Хей, Прабу. Я принимаю прибежище твоего святого имени, но до сих пор мое сердце, оно не тает. Что это значит? Это значит, что мое сердце, оно полно аппарат. Значит, все бы эти эмоции немедленно проявились по моему сердцу. Потому что, повторяя святое имя Господа, принимая его прибежище, сердце должно растаять. Но если слезы не текут из глаз, мы должны понимать, что значит, какие-то аппаратки присутствуют в нашем сердце. Бывает, вы набираете воду в какую-то емкость, так или иначе, какой-то бак. И что происходит? Он не наполняется и не наполняется. Значит, есть какая-то причина этому, значит, там есть какая-то дырка, поэтому вода вытекает и не может набраться полностью. То же самое происходит и здесь. Если мы повторяем святое имя, и при этом мы не чувствуем таких эмоций, как слезы текут из глаз и так далее, то это значит, что наше сердце полно аппарата. Бхактина Такур сказал, когда садак совершает харинаму санкиртану, волоски на его теле становятся дыбом. Если этого не происходит, значит, жизнь садаки проходит впустую. Если кто-то повторяет очень много харинаму, и его сердце не тает, значит,
его сердце, полно аппарат. Значит, он является нам аппарат, потому что святое имя очень могущественное. Но если оно не создает никакой эффект для сердца, значит, сердце как камень. Есть три вида бхакт. Каништа бхакт, Мадхьяма бхакт и Уттама бхакт. Три вида вайшнава. Каништа, Мадхьяма и Уттама. И если мы совершаем оскорбление лотосным стопам Вайшнава, тогда наше сердце станет как камень. Если мы будем совершать оскорбление Каништа, то это будет оскорблением, да. Но если мы будем совершать оскорбление Мадьям или даже Уттаму, то как бы эти оскорбления будут еще больше и больше усиливаться. Мы всегда должны отдавать почтение Вайшнавам в соответствии их квалификации. То есть мы должны понимать Адхикар Вайшнава и в соответствии с этим отдавать ему почтение, ведь все они являются одинаковыми. Мури. Сахарный тростник и мури не являются одним и тем же. Был один гуру и ученики, они передвигались из одного места в другое. Гуру, он был таким очень плотным, а ученик был таким худеньким, вот как у нас тут Прабху сидит. Маноч. В общем, гуру был вот как у нас Маноч Прабху, а ученик был как, я не знаю, имени, как еще один Прабху, он тут сидит худенький. Тогда гуру сказал ученики, тебе нужно принеси какие-нибудь деньги и купи что-нибудь на базаре. Нужно уже покушать. Ученик сказал, хорошо, говорю, да. И он пошел на базар. И там все было по 10 рупий. А, даже одну рупию. Все можно было купить за одну рупию.
Сколько стоит сладость? 1 рупия. А панир сколько? Тоже 1 рупия. Вообще не вспоминает какую-то поговорку на хинди или что-то такое. Итак, ученик, он пришел очень быстро к Гурудеву. Он сказал: Гурудев, вот он такое удивительное место. Можешь покупать все за 1 рупию. За 1 рупию ты можешь купить все. Гурудев сказал: а что? Смотри, ничего не покупай там. Уходи оттуда, не нужно там находиться. Он сказал: Гурудев, все так дешево там. Почему ты говоришь не оставаться там? Гуру, окей. Ведь там все по 1 рупии, сыр, панир, все, что хочешь. И Гурудев сказал: послушай внимательно. Если там все по 1 цене, значит, там что-то не так в правительстве. Мы должны уходить оттуда. Ученик сказал: нет, Гурудева. Ты гуру, ты всегда получаешь много различных вещей. Всегда все дают тебе все, и очень легко ты можешь получить это, и есть все, что хочешь. А я ученик, я ничего не получаю. Я только могу получить что-то, когда я получаю твое учишь, остатки твоей пищи. Весь день ты ешь, а я потом должен все это раздавать твоим ученикам. Поэтому, Гурудев, я не хочу уходить из этого места. И все так дешево. Каждый день я буду покупать панир за 1 рупию. Называется Малпура. Говорит: вы ели Малпуру? Это такое блюдо, на индийское блюдо. Итак, я каждый день, находясь здесь, буду покупать различные блюда, панир и так далее. Буду вкусно кушать. И все такое дешевое, все по 1 рупии. Это же мечта. И Гурудев сказал: нет, нет, сынок, не оставайся здесь. Это плохое место. Здесь нет никакой дискриминации, никаких разделений. Что-то здесь не так. И потом Гурудев сказал: хорошо. Если ты так не хочешь сюда уходить, оставайся здесь, хорошо. Посмотрим, что будет. Если вдруг что случится, позови меня, что я могу сказать тебе? Если ученик не слушает гуру, что может сделать гуру? Гуру знает все, но если ученик не хочет слушать, что можно сделать? Итак, ученик остался в этом месте. И каждый день он кушал панир.
И каждый день он кушал чака-чак, это значит очень вкусненько. Кушал панир. И каждый день он ел очень много панира и стал толстым. Что произошло? В одном месте вор сорвал деньги у царя, и охранники искали его. Они искали повсюду и не могли найти. И царь сказал: «Как выглядел этот человек? Вы видели его?» «Да, мы видели. Этот вор, он был очень толстым». Он сказал: «Хорошо». Найдите здесь самого толстого человека. Тогда они пошли искать. И они нашли этого ученика, который стал уже очень упитанным. Может быть, 120 килограмм уже стал весом. Когда эти охранники увидели его и сказали: «Иди за нами». Они сказали: «Что случилось?» Они начали давать ему пощечины и сказали: «Вор!» Привели его к царю и говорят: «Саду из себя строишь, мы знаем, что ты за саду, воришка, ты вор, ночью сорвал все сокровища у царя». Он говорит: «Да я не ходил, не приходила никуда». Он говорит: «Что ты тут нам рассказываешь? Все ты своровал, мы все знаем». «Никого нет толще, чем ты. Мы знаем, что это был ты. Днем повторяешь равнам, а ночью воруешь денежки. Знаем мы тебя». «На устах у тебя равнам, а в руках у тебя нож. Знаем мы таких саду». И ученик начал плакать. И царь сказал: «Почему ты плачешь?» Он говорит: «Прости меня». А царь сказал: «Почему я должен тебя прощать? Говори, какое у тебя последнее желание». «Я хочу увидеть своего Гурудева», — сказал ученик. И тогда царь, он приказал своим охранникам пойти и привести этого гуру. И когда Гурудев увидел ученика, он увидел, какой он толстый стал. И раньше, может быть, он весил 50 кг. А сейчас, может быть, 120 он стал. Представьте, с 50 до 120, больше, чем в 2 раза.
Вообще, у нас тут один худой пробовал, один полный. И Гурдев говорит, вот он из такого стал таким, с тоненького стал толстым. Все смеются. И Гурдев сказал ученику, я говорил тебе, не делай этого, что-то в этом государстве не так. Но что ты сделал, ты не послушал меня, и сейчас ты осознал это на своем собственном опыте и зовешь меня. Ты не слушал меня, когда я говорил тебе, а теперь что теперь делать? Тебе дали смертную казнь. И он сказал, Гурудев, спаси меня. И с этого момента я буду всегда следовать всем твоим наставлениям, о Гурудева. Гурудев сказал, хорошо. Учитель сказал, нет, пускай не его повешают, а меня, учитель сказал. Он сказал, Махарадж, нет, повесьте меня вместо ученика. Ученик сказал, не надо, Гурудев, он то сказал, нет. И Раджа сказал, ты саду. Почему тебя должны повесить? А твой ученик пришел и своровался. И учитель сказал, Махарадж, послушай меня. Сегодня очень благоприятный день. Если кто-то оставит тело сегодня, тогда он отправится на райские планеты. Отправится на сваргу. Сегодня самый благоприятный день для этого. Поэтому, если вы повесите меня и оставлю свое тело, то я отправлюсь на райские планеты. И ученик сказал, о, Гурудев, я не слышал никакой садхины и баджины, и мне реально необходимо отправиться на сваргу, давай меня повесить. Они начали как будто бы спорить, притворяясь, что как бы играют такую драму. Ученик сказал, кто же будет организовать асану для тебя, если я уйду? И так далее. Так они спорили. И Раджа, царь, он смотрел на это. Если кому-то сегодня отрубят голову или повесят, тогда эта личность отправится на райские планеты. Даже царь сказал. Увидите всех, и я сяду на сули, то есть гильотину, и мне отрубят голову. А таким образом он умер. Когда ученик и учитель, они убежали оттуда. Я сказала эту историю очень вкратце, но я хочу сказать, в чем же значение этой истории. Порой все выглядят одинаковыми. Если мы видим что-то подобное, мы не должны находиться в том месте. Есть многие, некоторые различия между вайшнавами. Есть Каништа Адигари, Мадьяма Адигари Вайшнава и Утама Адигари Вайшнава. Все
соответствии с квалификацией Вайшнава мы должны отдавать ему определенное почтение. Как мы можем понять, какого уровня определенный Вайшнав? Существует четыре регулирующих принципа, когда вы встаете на пути бхакти. Не пить алкоголь. Не принимать никаких наркотиков, не заниматься неэгрегальным сексом. Не есть мясо и не играть в азартные игры. Всегда необходимо следовать этим четырем регулирующим принципам. И в особенности необходимо принимать прибежище у всех, у истинного гуру. Многие люди, они играют в карты. Но мы не должны делать этого. Не должны пить алкоголь. Не должны заниматься незаконным сексом. И не есть мясо, не убивать животных. Все следует этим четырем регулирующим принципам и повторяет имя Господа, предавшись истинному гуру. Такой личности нужно отдавать почтение. Если кто-то принимает прибежище у Гуру Дева и принимает у него инициацию, мы должны отдавать ему поклоны и почтение, потому что теперь он становится вайшнавом. Каково значение вайшнава? Есть шлока. Как мы можем понять, что он вайшнав? Грихита Вишна Дикшака. Кто-то принимает прибежище у истинного гуру. Вишна Пуджа Параванираха. Кто-то поклоняется Вишне. Тот, кто принимает прибежище садгуру и следует садачару, поклоняется Вишне, его называют вайшнавом. Остальные являются вайшнавом. Грихита Вишна Вишна Экшаку Вишна Пуджа Паравера. Тот, кто принимает истинного гуру и получает от него дикша мантру, мы должны всегда предлагать пранамы такой личности. Но есть более глубокое значение. Допустим, Прабхупада, он говорит, что... То есть, если кто-то принимает прибежище у истинного гуру, но у него нет взаимоотношений с Господом, то Прабхупада говорит, мы должны давать почтение такой личности в своем уме.
जो किसी की निंदा वर्णन आदि नहीं करते, тот никогда не критикует никого. Всегда занимается баджаном. Что делать? Нужно служить такой личности. Так же, как Утта Махабхагава занимает себя служением Аштакали Лилы. Мы должны отдавать ему почтение, служить ему. Но нужно всегда прилагать усилия для того, чтобы обрести его бхавы. Те бхавы, которые он испытывает, служа Бхагавану, совершая бхаджан. Поэтому говорится, что есть Калишта Вайшна, Мадья Вайшна и Тама Вайшна. Три категории Вайшна. И каждая из этих категорий есть еще под три категории. То есть конечно, мадьяма, конечно, утама, мадьям, конечно, мадьям, утама и утам, конечно, утам, мадьяма и утам. И таким образом, утам Махабхага, это таково его поведение. Он всегда занимает себя в Аштакали Лиле и совершает Бхагаватанаму. Шриман Бхагаватам приводится пример. Какого поведения Утам Махабхагавата? Тогда, когда он повторяет святое имя Господа, он начинает танцевать. Он всегда памятует трансцендентные лилы Господа. Всегда помнит Аштакали Лилу Бхагавана. Таков симптом Утта Махабхагават. Бхактивинода Такура Бхаджана Рахасья Грандхи, он говорит о Нишанта Лиле, о Шрадхи. Он начинает с Нишанта Лилы. От Махаратри до самых наивысших лил Бхагавана. Что происходит? Это все является симптомом Махабхагавата. Иногда, когда он повторяет святое имя, он плачет, иногда смеется, иногда он падает на землю, начинает кататься по ней. Иногда он смеется. Почему? Потому что он памятует сладостные лилы Бхагавана. Когда он памятует лилы встречи Бхагавана с его с Шримати Радикой, тогда он смеется, когда он медитирует на лилы разлуки Господа, тогда он начинает плакать. Гопи, они представляют Кришну.
Они плачут и памятуют Кришну свой Иштадева. Поэтому гопи, настроение разлуки, горки плачут по Кришне, прославляя его, хваля его. Иногда вспоминают его мягкими словами, а иногда очень жесткими. Иногда в смиренном настроении они начинают плакать. Так же, как Махапрабху совершая наму, он плакал. Так же самое и садак, совершая харинаму санкиртану. Но всегда, памятуя Господа, начинает плакать или смеяться. Поэтому я и говорю вам, что не нужно всех ставить на один уровень. У каждого вайшнава свой определенный уровень. Конечно, адхикари не способен понять эти вещи. Уттама адхикари, который всегда погружен в аштакалиалилу, он также не может понять этого, потому что он полностью погружен. И поэтому вайшнава, находящийся на мадьяма, уровне мадьяма, мадьяма адхикари, он способен определить уровень других вайшнавов. Если кто-то не следует никаким правилам, бесполезно что-то говорить ему. Если кто-то будет слушать твои наставления, твой приказ, тогда вы попросите его. Если, допустим, скажете, принеси мне стакан воды, а он не несет воду. Зачем мне снова просить его и просить приносить воду, если он не делает этого? Так же, как есть один пример. Была маленькая птичка. И эта птичка, она делала гнездо. Пока она... И она сделала так это гнездо, чтобы туда не проникала вода. И пока она... Пока она строила это гнездо, она говорила чи-чи-чи-чи-чи, чирикала. Они строят это гнездо так, что зимой там очень тепло, а летом там прохладно. Вот и жгут. Бросают.
उससे संतोष जी птица сказала обезьяне, почему ты не сделаешь себе дом? Сидишь тут, мокнешь. Ты можешь зайти в какой-нибудь домик или сделать себе дом. Зачем ты сидишь тут на дожде? Сидишь тут, мокнешь под дождем. Обезьяна сказала, ты что это? Маленькая такая птичка. Учишь тут меня, большую обезьяну? И тогда эта обезьяна взяла и разрушила гнездо этой птицы. Поэтому в чем смысл этой истории? Мы не должны давать наставления глупцам. Тот, кто глуп и не способен следовать вашим наставлениям, не нужно давать им наставления. И таким образом. Если кто-то повторяет Харинам в течение долгого времени, и его сердце не оттает, это говорится о том, что это сердце, оно подобно камню. Так же, как семечко, если вы поместите его в воду, оно начнет прорастать. Если вы просто положите его на камень, то оно не прорастет. Но если вы положите его в землю, то оно прорастет после этого. То же самое происходит и здесь. Если вы, повторяя святое имя, не чувствуете ничего, симптомы не проявляются в вашем теле, значит, вы совершаете оскорбление. Значит, такая женщина совершает оскорбление лотосным стопам какого-то возвышенного вайшнава, или же также он совершает намапараду. Помните историю про Джамил? Он был огромным грешником, но он никогда не совершал вайшнавапараду. Поэтому, как только он повторил имя Господа Нараяна, повторив намабас, все его грехи были тут же уничтожены. И снова, после этого, когда он повторял имя своего сына, которого звали Нараяна, таким образом он набирал постепенно сукрити. И затем он получил общение с вишнудутами, а это было садусанга. И он осознал, что он терял свое время впустую. Я совершал так много грехов, но Господь, из-за того, что повторил его одно лишь святое имя, Он прислал на спасение ко мне вишнудутов. А что же будет, если я буду сосредоточенно повторять имя Господа? Итак, и он оставил это место и отправился в Харидвар. Отправился на берег Ганги, начал совершать баджан. И он начал продолжать повторение того же имени Нараяна. Бхагават нам гранд
Повторяя имя Бхагавана, принимая воду из чистейшей Ганги, он постепенно очищался, и любовь проявилась в его сердце, и к нему прилетели на колеснице те же самые виштадуты, и Аджамила сел туда и отправился на Вайкунтху. Мы уже слышали сами эту катху. Внешним симптомом повторения святого имени, когда ваше сердце растает, будут слезы из глаз, смех. Но порой, если мы видим, что у кого-то вдруг неожиданно пошли слезы из глаз, это еще не значит, что его сердце растаяло порой, и многие люди могут просто имитировать это. Внешне эти люди выглядят мягкосердечными, но внутри их сердце как камень. Даже порой люди находятся в саттва-абхасе, но это никак не контактирует с бхакти. Многие люди, они практикуют, чтобы слезы текли из их глаз. Они тренируются прям. Да, люди, они сбиты с толку, они видят, что кто-то плачет и плачет во время катхи. Но это еще не симптом того, что в его сердце развилась теперь любовь. Нет, вы не знаете, что на самом деле в сердце этой личности, и вообще о чем он даже думает в этот момент. Так, все это является 9 внешних симптомов. Это кшанти, афьертака, твам, виракти, манишунита, ашаманту, смада, учи, самадканта и так далее. Бывает, что кто-то попадает в ситуацию, где необходимо было бы разгневаться, но он не проявляет этого, и это указывает на его сдержанность. Виракти, он держится поодаль от материальных каких-либо желаний. А первые были кшанти, это умение прощать, я верта калатам, это когда, ну, такая личность, она не тратит время впустую, не шунита, обладая всеми даже качествами, самыми лучшими качествами, эта личность никогда не возгордится. А шабанду, когда присутствует только лишь одно желание, обрести Шри Кришну и надежда на то, что он прольет на нас свою милость. Самудхантха, когда присутствует огромная жажда на Маганасидаручи к повторению святого имени, к Рикатхе, и также он Васатистхали, то есть он проявляет привязанность к местам, где Господь совершал свои лилы. Он предлагает свои поклоны на этих местах. И если у него есть все эти симптомы, и глаза, и слезы текут из его глаз, так,
Тогда вы должны понимать, что это личность. Что эта личность на самом деле искренне плачет сейчас. Тот, кто всегда задействован в служении, тот, кто отречен. То есть это будет признак того, что у сердца тает. Но если человек долгое время повторяет нама апарадху, тогда его сердце не растает, оно будет подобно камню. Итак, он будет проходить через стадию анартхамвити, дойдет до ништхи, ручи, его сердце будет очищено от всех анарт, и в конце концов оно растает. Чье-то сердце не тает, даже повторяя святое имя. Вы должны понять, что эта личность, она является апарадой. И как же эта апарадой может получить имя? С помощью святого имени. Помощь повторения святого имени снова и снова. Получение милости от истинного гуру, от чистых вайшнавов и продолжая повторять святое имя, такая личность в конце концов, она становится в Раджабхаве, почувствует вкус повторения святого имени и достигнет Галока Вриндавана. И в этой шлоке говорится, как же мы можем избавиться от анат и аппарат. Чем больше будет повторять святое имя, тем больше ваше сердце будет очищаться. И тогда Бхактидеви, она сама проявится в вашем сердце. Как же мы можем понять, что Бхактидеви проявилась в сердце? О, Бхагаван, если кто-то предан твоим лотосным стопам, то постепенно, повторяя святое имя, дхарма, артха, кама, они сами будут служить такой личности. И мукти также. Когда бхакти проявляется в чем-то сердце, Махарани.
Когда идет Махарани, за ней следует множество слуг. Слева, справа и сзади множество слуг идут. И также, когда бхакти проявляется в чем-то сердце, тогда дхарма, артха и кама, они будут следовать за бхакти. Они будут просить: «О, бхакти, да и, пожалуйста, займи нас преданным служением». Если вы следуете бхакти, тогда автоматически вы получите дхарму, артху, каму и мокшу. Они будут стоять в очереди. Мукти также будет в очереди, когда бхакти проявится в вашем сердце. Мукти Деви, она придет, будет хватать за руки Бхакти Деви, за стопы и просить: «Пожалуйста, дай мне какое-нибудь служение». Адвайтавади совершает так много аскез для того, чтобы обрести мукти. Но что происходит на пути бхакти? Когда вы совершаете бхакти, то, как я уже сказал, мукти, она сама предлагает поклоны Бхакти Деви и просит о служении. С помощью бхакти можно легко получить мукти. И мы молимся Господу: «О Господь, пожалуйста, любым способом, так или иначе, прояви бхакти в моем сердце». Здесь Бхактивинода Такур говорит: когда Шуда Бхакти проявляется в чем-то сердце, тогда дхарма, артха, кама и мокша, они вопрошают у этой личности: «Пожалуйста, о Прабху, даруй мне шанс послужить твоим стопам». И что говорит Бхакта? What he said. Когда кто-то то есть святое имя Господа проявляется в сердце бхакты, оно появится в том случае, только если эта личность будет общаться с чистыми преданными. Если вы будете вместе повторять святое имя с чистым преданным на стадии бхакти, есть также симптомы, которые описывают проявление чистого бхакти в сердце. И тогда прекрасная форма Шри Кришны автоматически проявится в сердце. Бхакти Деви всегда дарует вам даршан Бхагавана. И поэтому Шрила Гурудева говорит здесь: когда према Лакшина Бхакти проявится, на стадии Бхакти будет такая стадия, когда према начнет проявляться, когда према бхакти проявится, тогда Кришна, он также автоматически проявится в сердце. Ведь преданные, они всегда отвергают мукти. Им это не интересно, даже когда она хватает их за стопы, чтобы обрести
Какое любое служение. Бхагаван Сачитананда Виграха. Мы должны всегда предлагать поклоны Сачитананда Виграхе Бхагавана. Поэтому здесь говорится. Шри Кришна, он Расикшеквар. Получая дальше прекрасные формы Сачитананда Виграхи Господа. Джата Рати Садака, он почувствует ананду, невероятное блаженство. Hey, Brahman,